Единственному Гагаузии детскому дому семейного типа в Чедерлунге семье Иванчевых уже перечислено более 25 тысяч лей. Средства будут направлены на выплату заработной платы за 10 месяцев. Дополнительно произведут выплаты по единовременному пособию на каждого ребенка, будет оказана материальная помощь и компенсация за коммунальные услуги. Будет еще заявка, мы перечислим. Это составляет зарплату семьи Иванчевых за 10 месяцев. На этой неделе она должна привести нам, согласно постановлению, квитанции по услугам. И будет перечислено единовременное пособие в год, то есть 9 тысяч по 3 на каждого ребенка. И компенсация за услуги, коммунальные услуги, то, что предусмотрено. Сейчас в декабре она получит зарплату за ноябрь и материальную помощь, которая предусмотрена законом. При наличии всех необходимых документов семья Иванчевых будет ежемесячно в срок получать выделенные средства. Финансы для этого есть, и они заложены в бюджет следующего года. Уникальная семья, где муж с женой взяли детей с отклонениями в здоровье и оказывают полную им поддержку в восстановлении, реабилитации, лечении, в том числе и дорогостоящее лечение за рубежом. И дети получили крышу над головой, дети получили семью полноценную и вырастут полноценными гражданами. Это уникальный пример для Гагаузии. Руководство автономии надеется, что на примере семьи Иванчевых из Чедерлунги появятся люди, желающие взять на воспитание детей, которые будут жить в полноценной семье. И считает, что этот опыт необходимо пропагандировать и оказывать этим людям содействие.